Прием, прием. Здорово всем. С вами Хилл Хёртс. Молодежный проект. Называется, по-моему, Мандрагора. По-моему, я про него видос как-то делал очень давно. Сейчас я посмотрю, почему звука нету. А, шейдеры делаются, не поверите. Нет, звук должен быть. Странно, что нету полоски с загрузкой. Несколько, не знаю, то ли месяцев, то ли лет назад был видос об этой игре. Мне она очень понравилась. Кому-то ее давали, мне ее не дали. Сейчас вроде как демо-версия доступна для всех, вроде бы буквально вот чуть ли не сегодня, у меня сегодня, ну уже первая, 10, я видел 39 числа, то есть получается 1 сентября, октябрь, октября. Просто должно быть очень круто, феноменально, восхитительно, впечатлительно. Здесь это, короче, 2D Metroidvania с очень красивой рисовкой и графикой. Ну, честно говоря, я думал быстрее, давайте, наверное, выключусь, и когда все загрузится, я просто включусь. Так, не поверите, только выключил, оно все загрузилось. Джойстик не работает. Знаете, почему он не работает? Потому что он не включен. Правым стиком почему-то это пролистывается. Может, колесиком быстрее будет? И, конечно, мне 16. Хуй, кого я обманываю? Мне немного... Да сколько ж тут, ё-моё, соглашаться? Ладно, на все согласен. Лишь бы не было пробития со стороны... сзади, так сказать. Слушайте, игра орёт как не в себя. Давайте мы немножечко... Хочу посмотреть, есть ли здесь русский язык. Давайте мы, наверное, сделаем музик на 80. Саунды на 90. Вот так. И вот так. И русского языка, походу, нет. Я вообще не вижу настройки языка. Окей, поехали. Чего? О-ля-ля, мадемуазель. Кто я такой, чтобы... А что это такое? Это что такое? Подожди, назад. Это что такое? Не могу. Так, так можно? Слушай, невозможно. Получается вот так, значит, следующее. Можно звук поменять, голос поменять. Oh, hello. Слушай, а почему я не могу ничего не менять? Я вот... Ощущение, что я не могу ничего менять. Ладно, Элайс. Давайте это будет Ева. Confirm. Все, Элайс. Конечно, это я. Вроде бы все получилось. К счастью, все на английском. Я могу не читать, потому что я не знаю этот язык. Я и русский не особо-то знаю. Может быть, нас потом объяснят? Я не буду читать. По наитию, думаю, все получится. Я, походу, мужика. Голос мужика выбрал. Блин, ну значит, у нас будет сильная независимая. А, нет, перекат на РТ очень неприятно, ну ладно. Так. Can't any skill weapon. Это вот эта штука. Ладно, давайте будем играть, я думаю, разберемся с вами. Already is full. Ага, и блок на правый, левый этот триггер. Необычно, будем разбираться. Пока что очень приятная графика. Даже не знаю, на что похоже. Можно отдохнуть. Ух ты ж, ничего себе. Есть ли у нас опция прокачки? Vigor, конституция... Дефенсе, эндурансе. Давай хилку можно взять? Да, слушай, а почему? Да таланты есть, ничего себе. Конституция, правда, возьмем. И это у нас defensive mode, талант point. Арморить можно взять, либо... Немножко дефенс, либо вигор. Давай вигор. Очень необычно, но... Все, кончились таланты. Непонятно, разберемся. Поехали дальше играть. Слушайте, очень жирно выглядит графоний, прям очень сочно. И знаете что, оптимизация вроде как не подкачала. Слушайте, мне очень нравится то, что я выгляжу. Ходу мужика взял голос, простите, пожалуйста. Я ни в коем случае не хотел такого делать, вышло случайно. Очень неинтуитивное управление в настройке персонажа было. Я так понимаю, половина просто была недоступна. Это типа grapple point, и все верно. Слушай, можно на дно упасть? Хочу ли я на дно, дамы и господа? Не уверен. А вариантов нет. Скоро рассвет. Ключ повернуть надо, и мы полетели. Хорошо, дело сделано. Ну, волчара шерстяной. Сзади работяга нападает. Но Владоса не взять так просто. Владос чемпион по воротам. В детстве в школу ворота входил. Его там бить пытались, а он наворачивался. По секрету скажу, попадали. И зачастую по голове. Когда что-то новое разрушаешь, подлаг происходит в микрофриз. Есть атака. Да, есть атака в прыжке, походу. Он, у него жизнь сосет. Это что за тигр? Когда стамины нет, персонаж все еще бьет.
наверное, просто менее эффективно. Я проверим, есть ли парирование. Еще проиграю, не хочу проиграть. Как лечение происходит? ЛТ. ЛБ. Баттон. Необычно, придется привыкать. Грэппл поинта не хватило. Можно дальше прыгнуть. Но здесь территория с волчарами. Давайте сразу с ним разберемся. Потому что могут быть проблемы. Нам не хотелось бы проблем. Есть заряженная атака? Нету. Либо я ее не нашел. Комбинация из трех атак. Сейчас я вам в секунду, переживайте. Сейчас победю. Так, что за значок? А, типа когда дерешься, не можешь ничего делать. Ладно, ладно. Ага, нужно два раза кнопку нажать, чтобы происходил грэппл действия. Сбор предметов довольно быстро происходит. Это при атаку. Куда дальше? А, наверное, сюда. Просто. This must be old Wickham. Or what's left of it. Это, знаете, такая очень взрослая женщина. Просто кнопку А надо нажать. У того были фиолетовые руки, не пойму, чем они отличаются. И тут какие-то билки есть, оказывается. Походу, вот треугольник сильная атака. Оказывается, тут у меня еще и ЛТ и Х было. Ага, и парить можно, оказывается. Оказывается, все это можно. Еще какую-то мне шерсть дали. Могу пойти сюда, дамы и господа? Но это же не все, что нам надо. Подожди, есть чекпоинт? Так много путей. Говорю, пути, они не пускают. А где надо? Попускает меня. Летучая мышь. Подожди, есть опция пойти сюда? Но пока сюда не надо. Давай пойдем. Чекпоинт возьмем, наверное. Сколько левелов нам дали? Ух ты, талант 3. 0. Level up. Эссенции не хватает, окей. Ничего себе. Мапку нам можно открыть. Слушайте, я не знаю, куда в первую очередь идти. Здесь какой-то вот мужчина сидит. Hey, where do you think you're going? Give you a choice. Head or guts? Гигамонстр, ну давай сюда, мистер. Мистер, what are you talking about? Новые противники, по всей видимости. Силовая была атака. Хопа, хопа. Бабахаем его. Холд. Присесть можно? Он не попадет, да? Бесполезный парень. То есть я могу вниз. А имеет ли смысл? Я могу, наверное, вверх и вниз. Окей, да. Прикольно, слушай. Как же это вариативно все. Этот монстр хорош. Этот монстр мега хорош. Это прям тигр. Тигр-чемпион баскачалки. А, только хотел сказать, похоже, бесшовные переходы, но нифига не бесшовные, к сожалению. А, так тут тупик. Тут мега тупик. Их, были бы бесшовные переходы, было бы просто мега легендарно. Слушайте, пока очень хорошо. Не знаю, как это объяснить, прям... Блин, да как бы не сказать, экстра офигенно. Давайте назад вернемся. Там, в принципе, тоже много всего интересного было. Не спринтить можно, оказывается. Чего-чего? Open abandoned house door. Не открывается. Не открывается. Не поддается. Надеюсь, мне не будут писать. Простите, это мне пиликнуло. Я искренне сожалею о том, что это был пилик. Неожиданно. Так, там еще один. Так, а сколько же мне на удар требуется? 30 плюс. Все, увидел. Увидел, запомнил. Ну, понятно. Так, я очень надеюсь, что мне когда-нибудь дадут дозаписать. Было бы очень кстати. Я, конечно, понимаю, время сейчас позднее. Лавки, как говорится, закрыты. Слушайте, а опций нет. Моих возможностей персонажа на данный момент недостаточно. Я пикапнул глаз. А, так тут тупик. Окей. Okay. Блин, так мерзко то, что мужика сделал с женским голосом. Прям расстроен, честно скажу. Короче, можно походу скипать все это дело. Ничего сильно ты не потеряешь. Прыгать нельзя. Можно зато так прыгать. Я все всюку, ребята, не переживайте. Всюку на все деньги. И этой собаке тоже всюку. Уничтожу его сейчас. Аннигилирую. А, есть опция? Есть. Уж нифига здесь вертикальности.
Ой-ой. Мега-мужик, сейчас я всекать ему буду, мега-мужику. Ой-ой. Бивака какой-то. Он медленный, как автобус, когда едешь в универ. Так, ну попустили молодого. Это было не то чтобы просто, но не то чтобы сильно сложно. Давайте будем честны. Ага, отлично. Так, мы взяли как... Тут, походу, еще крафт будет какой-то. Интересно будет поглядеть, как же он будет реализован. Да прыгай, тут вроде невысоко. Ой, оказывается, надо было безопасно это делать. Ну, камон, кому нужна безопасность, когда есть опасность? Ауф. Так, у нас был левелап. Хотим ли мы это сделать? Наверное, да. У нас есть левелап на кнопку сюда. Потом Talent Tree. Так, можно взять Strange, можно взять Constitution. И Егор, давай Strange. И это не доктор. Немножко неприятно, что теперь таких работяг дофига. Думал, забью, но не забил. Забиваю тут только Владоса. Зажадничал. Блин, думал, не достанет, а он еще как достал. Упсина. А парирование тоже за энергию, похоже, слушайте. Ой, можно в колодец, я тупо черепашка-ниндзя. Ага, тут была лестница, хорошо. All becomes fierce. Крысы подболотные, это да, очень такие страшные, опасные крысы. Слушай, какие анимации, мама родная. 10 из 10. Очень нравится, очень красиво. Ага, инстамина, вот эта энергия тратится сама по себе. Но очевидно, там нужно упасть, слушай. По-моему, так можно. Не, нельзя, думал, вниз можно пропрыгать. Знаете, раз меня туда предложили, надо сходить, наверное. А, нет, тут... А, я это место видел? Я видел это во снах, как говорится. Так, какая кнопка? Grab и просто hold down. Сижу. Подожди, тут фиолетовый ништяк. Таких я еще не находил. Map fragment. Ух ты. Ага, окей. Угу, стагер эффект на них есть, слушайте, что очень приятно. Сильную атаку профукал. Как же я хочу, чтобы это вышло скорее. Ребята, вы просто себе представить не можете, насколько это элегантно выглядит. Но ничего нету, ни труханов, ничего. О, это на персонаже отображается. Слушайте, ну мега балдеж. Ну тупо мега балдеж. Пойдемте в какую-нибудь сторону до упора сходим, поглядим, к чему это нас приведет. И имеет ли это вообще какой-то смысл. Тут папа-крыса. Подожди. Может быть, рычаг держать? Нельзя. Только потом можно будет делать. Слушай, какие у нее анимации элегантные. Просто посмотри на это. Экстра плавный анимейшн. Под хвост. А, она новую сделала. Ты посмотри, какая молодая. Очень прогрессивная крыса. Стамину надо регенерить. Маловато ее. Не могу сказать, что это было просто. Это было вообще не просто. Знаете, что напоминает? Tales of Iron. Прям какие-то вайбы есть. Ну что, первый босс, можно сказать. Я очень жду этого проекта. Просто феноменально жду этот проект. Знаете, что я хочу попробовать? Попробую сделать мега-чамп. Если это возможно. А вот, смотри. Оу, фокус ринг сюда. Тут слотов для... Ну как Dark Souls, мана кост сюда. Пригодится для Владоса. Можно ускориться? Нельзя. Все кнопки прожал? Невозможно. Не получается. Не поддается. Так, где мы? А, мы куда-то двинулись. Какая-то дорога. Опа, подожди. У-ля-ля. Это выглядит как мега короткий путь. Блин, а я иначе не прошел бы, слушайте. Что-то прям очень нравится, ребята.
Тупо восторг. Блин, да прям, ну, реально 10 из 10. Кстати, душа, не знаю, что качать, пока что-то качаю, все равно, скорее всего, какую-то фигню буду качать. Ой, пацаны, я забыл, что вы тут такие неприятные стоите. Я просто перейду на новую локацию, часть. И до свидули. Там, наверное, часть пропустил, ну, камон, ребята. Частью больше, частью меньше. Мегабосс, давай сюда, мистер босс. Ну, давай посмотрим, кто кого. Голосок у вас... Ой-ля-ля, какая-то магичесса. Просто посмотри. Надеюсь, она покажет мне свои секретные тайны магических возможностей. Я бы хотел посмотреть, как она колдует. Ой, тихо, полегче, молодая. Так, минус магичка. Блин, Владос, надо лут забрать, ты же понимаешь. Непонятно, зачем еще мана нужна. Моих полномочий немножко недостаточно. Полномочий и познаний. Эх, братишка, бежать бы тебе. Пока руки на прицеле. Предпочел не бежать. А, там золото. Вроде взял. Да, вроде взял. Атаки после переката вроде как нет. Я думал, босс, если честно. Тут не босс. Здесь просто... Слушайте, ну, начало игры, а здесь уже офигеть какой... Какой... А, понял, какое разнообразие противников. А как? Как это? А, я думал, можно вниз нажать. А там летучая мыша, я вижу ее. Опускаю. О, ну со столом, нифига себе. Думал, залагала, но вроде нет. Это эти гремлины. Слушай, прикольно, они анимированы, прям очень жирно. Есть опция выше, а имеет ли смысл? Наверное, здесь какой-то лут есть секретный для Владоса. О, чекпоинт это всегда хорошо. А мы сразу отдохнуть можем? Вроде как да. Слушайте, ну, выглядит... А я двигаюсь влево, а оно не происходит движение. Короче, мы тут, наверное, надолго. Хорошо, если демка, долгая. Ух ты. Про бандитов рассказываю. Простите, меня душат. Мне прям интересно, что же Гаватари про эту игру скажет, ну, потому что, как по мне, это просто пушка, просто фантастическая пушка-ракета. Прям очень-очень хорошо, прям очень хорошо. Но очевидно, нам сюда пока нельзя пройти, видимо, разработчики такие: эй, пацаны, демо-версия есть, но потрогать мы вам ее дадим. Не всю, чуть-чуть, на пол шишечки, так сказать. А я не против. Там вроде френдли. Ну, с вашего позволения, заскипаю это все. Ну, потому что, камон, кому это интересно? Тем более на английском. The right one it. The... Новый квест какой-то дали нам? Без понятия. Стоп, назад. Пропустил. Секундочку. Чё это? Деревяшка. Сюда, еще и яблоки. Отлично. Ну пока, кроме босса, крысы мы никого не видели. Уикхэм. Так, сейчас, секунду, надо присесть. Старые ноги затекли, сами понимаете. Слушай, ну какие задники сочные. Так, сейчас зайдем в таверну, наведем свои порядки. Блин, они даже озвучены, это даже анимировано. Я думаю, нам с каким-то главным надо поговорить, например, с этой мадемуазелью. Чмя инквизитор? Можно что-то купить? Что можно купить? Секунда. The Great Cookbook. Cookbook, ну, книгу с писюнами не хочу. А, я думал, тут кто-то нам нужен с кем поговорить, а нет? Да, выходим. С ним невозможно говорить. Торговец, очевидно. А у него можно купить мега магические балдежные штуки. Но это все стоит как 3 самолета, а я, к сожалению, самолетами не обладаю.
Отдыхаем и идем дальше, если все получится. Вот какая-то магичесса. Но здесь вроде как только физический класс пока что есть. Предложу, согласился. Я на что согласился. На что-то я с ней согласился. Блин, хоть бы не золотой дождь, не очень люблю. Закрыто, ну конечно же. Что-то там важное мне рассказывает. Но пока, если честно, по, скажем так, интродюсингу, как в No Rest for the Wicked, пока ничего даже близко не стояло. No Rest for the Wicked просто пушка. Какой-то невероятный благородный муж. Что-то с квестом сделали. Какой-то вот квест взялся. New Quest. Clay Burns. Слушай, столько квестов. Сейчас наберем, потом бы разберемся. Чувачок, clean the ruins below Wickham. Что, мне кажется, я знаю, куда идти. Типа, not available in the demo, а там было так не написано. А, возможно, нам нужно назад сейчас вернуться. Помните, там было место, куда нас не пускали солдаты? Вот это единственное предположение, куда мне сейчас идти, потому что другого предположения у меня нет. Прям, не знаю, бежишь по городу, и, ну, на мой взгляд, такое ощущение, есть ли телепортация тут? Travel. Подожди, а как? Офигеть, даже тревелиться можно. Ошалеть. Вот сюда вот, я думаю, идти. А нет, сейчас пойду на YouTube смотреть, куда идти. Блин, не тут кнопку нажал. Да что ж такое, кто это придумал? О, нет, слушай, а куда же идти? Может быть, у меня есть какие-то вот квесты. А, я могу поставить. Так, find a way. Это основное? Talk to commander Galahorish. Who can complete the map fragment. Paper request. Clean the ruins. А как? Has charged you with clearing and unbounded ridden ruins. Beneath. А вот это что? А как посмотреть на карте, где это? Слушай, ну мне выглядит, что сюда надо идти. Тогда я не прав, хорошо. А куда же там идти тогда и что делать? Найти путь. Сейчас будем разбираться. Получается, как-то нужно вниз попасть. Ну, как это сделать? Ах, знать бы мне. И какие-то руины еще надо зачистить. Каких? О каких руинах речь? Лол. Как это вообще можно было заметить? Ладно. Моих полномочий пока что явно недостаточно. А, закрыто. Nope. Секретиков нет. Не факт, что я допрыгну, но я попробую. Ну, без проблем. Мастерство. Ой, блин, твою мать. Я был уверен, что сюда можно прыгнуть. Профессионально, без урона, но я испытал фиаско. Бывают в жизни огорчения. Это не лут. Я думал, это лут, а это не лут. Так куда ты там, молодая? Не открывается. Урон от падения нет, прикольно. Ой-ой-ой, подлагнуло колоссальнейшим образом. Здесь, короче, какое-то отложенное управление, и я нажимаю в одну сторону, хочу сделать другое, а происходит третье. Короче, я испытал фиаско. Причем такую весьма уважаемую фиаско. Серьезно, я был уверен, что не откроется. Оно открылось. Причем весьма уважаемо. Слушай, будто бы нам туда. Конечно же, лучник будет, как иначе это может быть. Подожди, а зачем мне с них уши падают? Это, наверное, квест какой-то. Забавно, коли так. Ну давай, прыгай, я же вижу. Я бы хилочек побольше, было бы очень круто. Оу-ля-ля, мега голден ки дали. Рейлит гейт ки. Причем какой-то вратный ключ. Есть опция куда-то сюда пойти? Ух ты! Ошалеть! Ошалеть! Тут еще и секретов.
И это дикпик надо было использовать, ну то есть логпик. Блин, ребята, мне так нравится эта игра, это просто шок. Очень нравится. Прям, блин, я в лютейшем восторге, серьезно. Мадам, мы могли быть хорошей парой. Я бы рассказывал вам, как прошел мой день. Вы бы готовили мне ужин. Мы бы отлично поладили, я уверен. Ну нет. Ты решила быковать на Владоса. Зря, зря. Да, вот этот ключ это все сделал. Можно, конечно, вернуться, чтобы сохраниться, но камон! Настоящий чемпион не нуждается в сохранениях. Он и так все делает по красоте. А, да, да. Мудрый Вэрриор сделает, короче, себе задел, чтобы потом вернуться сюда. То есть короткий путь откроет. Нам сюда. Ну тут уже еще два шага, я даже скипну всех, наверное. Пока мы, ну ради чего нам с ней еще раз драться? Победивший раз, победишь всегда. Ведь так, души бы вернуть было бы неплохо. Блин, все равно урон наносится. Так, а мы ничего не теряем, получается, да? Прикольно, коли так. Не, мужики, мне просто вот максимально перекатычами вот так вот в этих чачах немножко перекатился. До свидули, пацаны, позвоните потом на мобилу. Так, здесь у нас чекпоинт. Чуть-чуть не дошел. Пол шишечки, так сказать. Знаменитый воин. Но мы с вами тоже неплохие. Ух ты, нифига, все, он кидается. Блин, у него ядовитые кинжальчики. Не очень приятно. Чемпион-то я. Явно не он. Вряд ли на пиках точеных что-то можно сделать. Какие задники? Маманя, я в восхищении с этих задников. У нас невероятная мышь. Очень мешающая нам жить. Неплохо. Прикольно то, что он не приседает, чтобы всякое подобрать. Весьма удобно. Не тратится время. Типа реально какой-то не какой-то quality of life тут сделан. Так это походу не элитник, а точнее не босс, а просто элитник, типа якобы. Эффективно я всех развалил. Like чемпион, like босс, эти качалки, боссов сидим. Ну а теперь очевидно как-то наверх идти. Блин, надо бы заканчивать, чтобы мне серию успеть выложить. Ну так балдежная игра выглядит. Интересно, насколько по времени она, эта демка. Пока очень нравится. Думал, с этим можно взаимодействовать, но видимо нет. Ой, это же как в Diablo. Он шустрый, но я так быстро не успею. Эх, без вариантов. Рано, видимо, я сюда пришел. В этом месте ужасно лагает, вы видели. Надеюсь, запись с этого не сломается. Было бы очень грустно, если бы она сломалась. Вверх, я понял. Ловушка или это парень кидает? А я понял, она через одну. Это логично. Мне не нравится это место с ловушками. Не то чтобы люблю ловушки. Ай-яй, больно прям в попу, как я люблю. А, он вроде всю стамину заряженную тратит на удар. Ах ты, малютка достал до меня. Так, насколько нам низко надо? Ага, понял. Прям максимально профессионально. Слушайте, давайте, наверное, на этом закончим. Быстрее зарендерю, завтра быстрее выложу. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играть в хорошие игры. Очень понравилась игра, будем продолжать. Всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает.
Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. И играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра. Everything.